А знаете, что я заканчивал воскресную школу и духовный семинар? Конечно, начитан, представляете? Учился в университете. Скажите, если я вас назову Ивгандоном, вы обидитесь? Вот вы Ивгандон. А вы знаете, кто такой Ивгандон? Ивгандон – это великолепный французский фантаст. Ну, правильно, Ивгандон. Сказал, что Ивгандон. Понимаете, можно пойти к этому Ивгандону. Ивгандон второй ничего не сказал бы. Вот я хочу спросить у Гандона. Гандон, Ивгандон. А я могу сказать, что Гандон. Ивгандон. Так, а ты Ивгандон. Фантазер, Ивгандон. Французский фантаст такой. А Ивгандон это ругательство? Знаете, кто такой Ивгандон? Знаете, кто Ивгандон? Ивгандон это ругательство? Да там гандоны одни собрались. Знаешь, Ивгандоны. А я говорю, ты гандон. Ну, Ивгандон. Подскажу это Ивгандона второго. Гандоны. Гандоны. Такие гандоны. Гандон! Не материтесь, дети рядом. Ну, а что я могу сделать, когда Ивгандоны сплошные вокруг?